вывески на фасадах магазинов с надписью 18+ и предупреждением о вреде чрезмерного употребления алкоголя могут посчитать за рекламу. Так считают в Управлении антимонопольной службы по республике. Однако отмечают, что каждый случай должен рассматриваться отдельно. Так что же это, предупреждение или реклама? И как к этому относятся жители и предприниматели столицы, узнала Саргалана Захарова. Изображения бутылок, больших кружек, бочонков и даже ярко-фиолетовый цвет вывески магазина могут счесть за нарушение закона о рекламе. Более того, ставшие уже привычными для населения предупреждения на таких изображениях о вреде чрезмерного употребления алкоголя тоже могут оказаться вне закона. Данный контекст он сразу определяет, что это реклама алкогольной продукции, потому что другие напитки не вредят здоровью, да? Поэтому мы приходим к выводу, что данная информация, хоть и завуалирована, но она относится к рекламе алкогольной продукции. Таким же образом к контекстной рекламе относят и указания возрастного ограничения на вывесках 18+, которые так широко используют предприниматели. Однако сами представители бизнес-среды не совсем согласны с этими обвинениями. Такие стаканы высокие для кваса или других газированных напитков. Но я не считаю, что это привлечение какой-то доли населения. Мы же очень знаем, у нас огромное количество действительно баров, где продают фреш соки. Но никто же не считает, что там мы придем и обязательно получим какую-то долю алкоголя. Но стоит отметить, что претензии у антимонопольной службы только к наружным конструкциям. В самом магазине можно рекламировать алкоголь, но с использованием наружного средства распространение рекламы алкогольной продукции запрещено законом. А как воспринимают эти надписи сами жители столицы, которых всеми силами пытаются оградить от вредной рекламы? А как вы считаете, это больше реклама или предупреждение? Предупреждение. Скорее предупреждение, чем реклама. Предупреждение. Таким образом, прямой угрозы наши респонденты не увидели. Но стоит констатировать тот факт, что всех надписи навели на мысль о продаже в этом месте алкоголя. Так что же это, реклама или предупреждение? Одно можно сказать, в большинстве своем реклама работает на своего потребителя. Саргалана Захарова, Георгий Григорьев, Владимир Павлов, НВК Саха, Якутск.